норм. Он уже привык так висеть, потому что вот так. Еще раз? Ну давай еще раз. Давай еще раз. Давай. Давай еще раз. Еще раз. Буся. Бусь, давай без фанатизма. Ого, нифига себе! Вы это видели, зрители? Офигеть! Вот это да! Вы знаете, это специальный такой какой-то порошок, который муж бросает для того, чтобы у нас были растения. Для того, чтобы... Блин, а что-то такое? Такое, что-то такое насмотрело. Мама тут... Блин, у нас так холодно. Холодно! Бусенька, если будет болеть у Бусеньки животик, животичек вот здесь вот, понимаешь, Бусенька, мы всей семьей разоримся. Бусеныш, ты наш любимый. Так что учти, Бусёныш, вот этот. Оставь в покое вот это место. Я тебя прошу, Буся. Понимаешь, у нашей семьи нет страховки. Понимаешь, Буся? Ни у тебя, ни у меня, ни у кого нету. И если тебе, Буся, в этой Америке станет плохо, Бусёныш, мы будем нищие, понимаешь? Нищеброды. Потому что мы все деньги отдадим, чтобы Бусеньке не болел животик. Это же Бусенька все пожирает, все же нужно и не нужно. Бусеныш, Бусеныш, ты думаешь, что ты ешь? Хоть изредка думай своей вот этой вот головой, головой вот этой своей пушистой, красивой, любимой. Понимает, гляньте. Прости, Бусеныш, ну люблю тебя. Ну что, Буся, и что потом будешь? Животом больным или что, перевязанным? Ну вот как быть вот с тобой? Вот пузо будет больное, и что я буду с тобой делать? И вот так с тобой не поношу, понимаешь? Бусеныш. Это норм. Он уже привык так висеть, потому что вот так. Еще раз? Ну давай еще раз. Давай еще раз. Давай. Давай еще раз. Еще раз? Да? Нет? Ну хорошо, мой малыш, хорошо. Хочешь еще раз? Давай. Еще раз. Еще раз. Да? Давай. Все? Еще раз? Нет? Или еще раз? Еще раз? Нет? А что ты хочешь? Я не могу понять тебя. Что? Все? Давай еще раз. Будешь еще раз? Да? Ну давай еще. Без женщины жить очень скучно, да? Ну кто бы тут еще вот так бы мужика потрепал бы. Ой, Буся, все, 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 прости, я поняла, все. На этом закончилось. Вы видели, он меня хотел покусать. И хвост говорит о том, что ему надоело. Да?
но при этом хвостиком задевает ее. Что, на балкон хочешь? Нет? Ну ладно. Так уж и быть.